Дамы и господа, доброго времени суток. В этом видеоролике мы с вами поговорим, знаете, о чем? Правильно, о нашем с вами РП-сервере под названием Wild World. Иными словами, Готика РП Project. Все, что касается этого сервера. Как попасть, на каком этапе сейчас находится разработка. Все в этом видеоролике. С вами Готика, Сократ, погнали. Я на подскоке, песик, обкашляем вопросик. Итак, дамы и господа, самый важный вопрос. А что есть уже на этом РП-сервере? Что мы туда добавим? И самый важный вопрос, а как туда попасть? Давайте поговорим по порядку. Начнем с того, как туда попасть. На данный момент это закрытая альфа-версия. То есть, мы сейчас тестируем основные экономические механики. То есть, сколько будет стоить та или иная вещь, в каком магазине она будет находиться, потому что вещей более 4000. Это не только шапочки и пальто, это и оружие, и корм, тоники и так далее, хотя тоников не будет. Дальше, по факту, самый интересный момент. На закрытую альфа-тест может попасть любой желающий, а в частности спонсор нашего канала, имеющий спонсорку от уровня апостол и выше. Если вы хотите поучаствовать в разработке, внести свою лепту в развитие РП-проекта, непосредственно оформляйте спонсорку и будете иметь кучу плюшек в нашем Дискорде, ссылки в описании, на Ютубе, на стримах, индивидуальные смайлики, да там много-много всяких приятных мелочей. Оформляйте спонсорку от уровня апостол и выше и получайте доступ на закрытую альфу. Дальше, после того, как мы перейдем в бету, и у нас уже будут основные механики, основные роли, мы начнем делать уже массово запись видеороликов для того, чтобы вы могли визуально уже представить, к чему мы пришли. На бета-тест у нас уже также будут спонсоры канала и желающие люди, которые могут заранее записаться к нам на участие в закрытой бете. После чего мы переходим в открытую бету, где она будет абсолютно бесплатна для любого желающего игрока. Донат в игре не будет никак влиять на игровую механику. То есть вы не сможете за рубли купить каркану, скажем так, да? Вы за рублики, поддержав наш проект, сможете купить себе красивую шапочку. Можете поставить себе статую в огороде, если хотите, прям в игре, да? Сможете делать определенные вещи, изыскивать с шиком, но не сможете купить игровое преимущество. На этом наша основная РП-фишка. Вы не будете тратить там 150 миллионов долларов для того, чтобы купить какой-то бонус в игре. Нет. Чисто визуал, косметика, пожалуйста, ради бога. Надеюсь, с этим мы уже решили. Ребят, теперь переходим к тому, что у нас на данный момент реализовано на сервере. Смотрите, первое. В нижнем левом углу, обратите внимание, есть две полосы. Над радаром. Красное – это чувство голода, синее – это чувство жажды. Пить и есть, иными словами. Также у нас реализована температура. Зимой, в зимнем биоме, в колтере, вы можете умереть без зимней одежды, причем очень быстро замерзнуть насмерть сразу. Кольцо анимаций позволяет вам взаимодействовать с другими персонажами, игровыми, живыми людьми. Вы сможете с ними взаимодействовать не только при помощи кольца анимации, но и голосом. Они не будут вас слышать с одной части Валентайна в другой. Вам, чтобы общаться в голосе, понадобится подойти чуть ли не вплотную к человеку, чтобы он вас услышал. Но РП все-таки в конце-то концов. Более того, вы сможете взаимодействовать при помощи общего инвентаря. То есть вы сможете из своего инвентаря передать ему что-то туда. Ну, или проверить, что у него есть. Сможете отдать ему деньги, при этом не бросая их на землю или как-то иными другими способами. То есть социальная составляющая в этой игре будет развиваться максимально. Мы сможем сделать декорации, мы сможем сделать для вас там дом, ранчо, бордель со своим блэкджеком и сами знаете кем. Это не проблема. А вот социальная составляющая, сделать так, чтобы один живой человек взаимодействовал с другим и у него был весь инструментарий для этого, мы будем реализовывать на этом сервере. На данный момент на закрытой альфе, как я и сказал, решаются вопросы с экономикой. А это важно, важно. Добавить декорации вообще не проблема. Ну и конечно же, раз мы упомянули наших спонсоров и возможность участия на закрытой альфе, становитесь им и вы. Всего от 49 рублей в месяц. Но огромное спасибо Вовке из ПБ, Алексей Котов и Анастасия Морс, а также другие спонсоры, которые поддерживают наш канал. И самый важный момент, ссылки в описании на Дискорд, где вы можете вносить свои предложения по поводу нашего РП-сервера, следить за его ходом развития, также непосредственно в нашем Дискорде, заходи, дружище. Ну а если тебе скучно, и ты в ожидании нашего РП-сервера не знаешь,
знаешь, в какой компании тебе поиграть, заходи в Готику, Red Dead Online, Warface, Counter-Strike и многие-многие другие игры, с которыми ты сможешь спокойно рассказать, поделиться со своими друзьями. Ребят, я понимаю, что РП-составляющую делают в основном живые игроки, однако администрация тоже влияет на ход процесса. Иными словами, я хочу, чтобы мир был не картонным, а живым. И для того, чтобы игрокам было проще ориентироваться, мы будем добавлять какие-то определенные лорные составляющие. То есть какой-то там условно проклятый дом, где-то перевернутый поезд или еще что-то, где все игроки смогут, вне зависимости от своей роли, принять участие не просто в однообразном ежедневном фарме, но и каких-то ивентах, которые будут также выходить на этом YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь и не забывайте. Что на данный момент реализовано? На данный момент реализовано. Первое. Пить, есть. Работа. Основные ролевые работы. Это доставка, курьер, убийство. Сейчас на данный момент делают магазин одежды, его разделили на три категории. Бедный класс, средний класс и элитный класс. Отсортированы пока что на данный момент только женские одежды. Обновлена температура. Переведены сообщения, также температура теперь влияет на метаболизм. Соответственно, если вам холодно, вы хотите кушать. Если вам тепло, вы хотите пить. Кушать чернику переведено на русский. Да, на кустах растет черника, ее можно кушать, чтобы восполнить чувство голода. Увеличена стамина персонажа. Мы немного увеличили кольцо персонажа по бегу для того, чтобы было более комфортно бегать, а не то, что вы сделали два бега и начали отдышаться. Исправлена система координат. Это для администраторов, для того, чтобы было проще ориентироваться по карте. Добавлено интерактивное меню, кнопка Z показывает количество игроков на сервере, их ID и их пинг до сервера. То есть теперь при помощи кнопки Z вы можете посмотреть, кто еще играет с вами на этом сервере. Создана система кормления лошади, то есть сеном, морковью, стимулятором. Это нужно для того, чтобы восполнить ей здоровье. Тут, собственно, как и ванильной части Red Dead Online. У нас огромный выбор не только лошадей, но и телег. Вы сможете вызвать и купить любую телегу. Большую карету с четырьмя заправленными лошадьми, или с двумя, или фургон. Трупы можно складировать на любую телегу, а не только на охотничью повозку, я имею в виду трупы животных. Безусловно, это огромный плюс, и мы развиваемся во всех направлениях. Сейчас на данный момент добавлена клиника, можно лечить не только себя, но и оживить игрока, если принести туда мертвое тело игрока к клинике. И если игрока оживить, то он не потеряет вещи. Да, у нас выпадают, весь инвентарь выпадает при убийстве или при смерти игрока, кроме вещей, которые одеты на нем, то есть это костюм и одежда. И это внутриигровым способом будет делаться за внутриигровую валюту. И добавлена система плантации, позволяет выращивать вам кукурузу, табак и сахар. Вам понадобится купить семена в магазине и также купить лейку. Пока что это базовый вариант набора, то есть плантацию можно будет сажать не только на своем ранчо, но и где захотите. Вы сможете вырастить кукурузу и из нее сделать самогон, сможете вырастить табак и из нее сделать папиросы, сможете сделать сахар, и это нужно для первого и второго. То есть вам все эти ингредиенты нужны будут для того, чтобы делать самогон, а потом этот самогон продавать в подпольный бар, либо в магазин, либо еще куда-то, это уже сами решите, как вам будет интересно. Обязательно следите за ходом разработок, сейчас мы добавляем тюрьму для игроков, и в следующем видеоролике я более подробно расскажу о тех механиках, которые мы уже добавили. В этом видеоролике я лишь хотел ответить на основные базовые вопросы, как попасть на сервер. Что он из себя представляет, что такое РП-сервер и так далее. Я надеюсь, я уже ответил на эти вопросы. И самый важный момент, напишите комментарии, что вы хотите, чтобы я заснял для следующего ролика. Сам РП, сам геймплей, планы, которые уже были реализованы. Что отснять? Напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк, обязательно поддержите и распространяйте это видео для того, чтобы в РУ-сегменте у нас был достойный конкурент для Red Dead Online, так сказать, чтобы мы могли играть в ту игру, в которую сами хотим, ведь наши разработчики позволят вам любые фантазии ваши воплотить именно на нашем Wild World RP сервере Gothic Project. С вами была Готика Сократ, удачи, до новых встреч!